Здравствуйте. Видя эти кадры, так и хочется сказать, я здесь ищу только покоя и умиротворения. Глава Красносеркубского района в соцсетях поделился роликом с видами уютных угодий отдаленных уголков Ямала. А как, если не олежками, привлекать туристов? Если вы не знаете, как провести остаток лета, то советуем вам отправиться именно туда. Все-таки природа, чистый воздух и рабочие смс-ки не доходят. Без женщины и в тундре пропадешь, и в городе не сможешь. Кадры летней вакцинации парнокопытных опубликовали в сети. Легким движением руки молодая жительница Ямала фиксирует рогатых и ставит им уколы. И олени целы, и болезни предотвратили. А вы, дорогие мужчины, цените и берегите своих вторых половинок, а то они и не на такое способны. Всем натуралистам и охотникам за милотой лайками посвящается. В ноябрьских пабликах все чаще появляются кадры многодетной утиной семьи, поселившейся на озере Безымянном. Чувствуют они, кстати, себя замечательно, даже успевают позировать на камеру. Эх, сейчас бы тоже по берегу пробежаться и в озере поплавать, а не это вот все. И, кстати, в следующем году эту прибрежную зону еще и облагородят. Так что ловить дзен с природой будет еще приятнее. Эта подборка создана при поддержке наших друзей ямальского ЦУРа. До следующей пятницы.